Дорогие, дорогое новое поколение, дорогое новое плеяда выпускников, вступающих на путь военмеха, дерзкое, смелое, энергичное, я уверен, талантливое. Поздравляю вас, что вы находитесь в стенах этого вуза. Я действительно более 50 лет, как закончил наш институт, и каждый раз, когда иду по ступенькам этого вуза и поднимаюсь в наш актовый зал, у меня сжимается сердце, оно начинает биться сильнее и энергичнее. И я понимаю, почему это. Потому что я знаю, так же, как и вам, мне повезло. Повезло почему? Потому что стены этого вуза, несмотря на его относительно молодой возраст, известны все. Они известны в Европе, в Америке, в Азии. Наших специалистов помнят все. К ним относятся с громадным уважением. И где бы мы ни выступали, в Организации Объединенных Наций, в ЮНЕСКО, на азиатских форумах, нас приветствуют как военмеховцев. Потому что это уважение к нашему вузу. Второе, почему вам повезло, да потому что вас будет учить преподавательский состав, профессорско-преподавательский состав, который лучше не только в Санкт-Петербурге, но и в России. Те знания, которые преподносятся, которые даются нам здесь и давались, они настолько глубоки и обширны, что мы можем и умеем, и делаем это. Эти знания прикладываем в любой точке, которые потребуются в нашей деятельности. Уже здесь говорили и космонавты, и ученые выдающиеся, и конструктора, и деятели, общественные деятели, политические деятели. Все вышли из этого нашего вуза. Вы, наверное, лучше меня знаете эти фамилии, я их не буду называть. И, наконец, третье, почему вам повезло, потому что вы будете учиться в институте, который дает системное, информационно-системное понимание мира, которое находится на грани разных наук. Вот нас чему учили всегда. И это нам тоже помогало и позволяло достичь тех вершин, которые многие здесь, в этих стенах, достигли. В заключение я хочу вас поздравить с тем, что вы здесь, в военмехе, в вузе, который лучше всех. Хочу пожелать вам успеха, потому что военмех по априорной информации, априори это путь к успеху. Хочу вас поздравить с тем, что вы наверняка будете нести с достоинством ту честь и то звание выпускника военмеха. Спасибо вам, что вы здесь.